вот, ребят, снять меч. Сегодня, ребята, мы будем играть такую прикольную игру. Я забыл название. Название будет под названием ролика. Да. Вы уверены? Конечно. Короче, я чуть-чуть проходил, у меня там сбои, короче, случились. Ну вот, почему я не выпускал ролики? Потому что я болел. Это во-первых. Хотя нет. Да. А во-вторых, ну, конечно, Дима не пришел, потому что я заболел. Вы, наверное, ждали. Спасибо за такую большую цифру. 793 подписчика. Чё? Кто-то умер, какая-то трагедия случилась? Или чё? Её внук, да, умер? Или сын? Он листья ест, или чё? Угу. Опа, клубочек. Короче, такой-то хагиваги, если честно. Он на хагиваги будет сейчас похож. Во, хагивагивич. Хагиваги. Короче, тут такое неудобное управление, просто пиздец. Мышка тут вообще не нужна. Так, ладно. Ну-ка, что тут? Так, тут картинок не видно. Странно. Короче, давай вниз. Он может, короче, на все забираться. А ты не... У тебя же это мотается? Ну, вот эта нитка. А ты там не вымотаешься? Вау, картинка. Да, блин, ничего не видно, вы чё? Ага, вот пацан. Сейчас, наверное, повернется, там окошко такое, ууу, страшно. Да ничего не видно же там. На хагиваги похож. Хагиваги. Ходить можно, Лиза. Так, ты вышел на улицу. Я вышел, точнее, на улицу. О, ты бабушку испугался? Это просто бабушка, не бойся. Ну-ка, стой, бабка. Ну-ка. Можно ее поймать? Чё, все? Дальше никак. Так, где? Ага. Так, раз. Так, обмотаемся. Время бега вы будете прыгать выше. Ага. Я понял. Ну-ка. Ага. Е, двигать вещи. Ага. Да, я понял. Как мне, типа, залезть туда? А я могу это двигать? Бабочка. Блин, такое неудобное управление. Я постоянно забываю, как тут еще. Не, я не могу. Тележку двигать.
Что делать-то? Ты попробуй вот так вот, смотри. Взял, двигай вот сюда вот. Оп. Ага. Зажать S. И пробел, да? Тоже. Я не знаю. Так, погоди. Ап. Ап, это пробел, наверное. Я не могу туда подняться. Вверх использую ап. Ап, это пробел, точно. А дальше-то как? Вот так. Я понял. Вот тут просто реально неудобное управление. Тут же даже на другое совсем управление. Это паркур. Двигай. Все. Фух, решили эту загадку, короче. Ой. Да блин, вот так двигаться. Я же привык по-другому двигаться. Почему такое фиговое управление? Изменить его никак нельзя. Еще раз. Я забыл, что на пробел надо нажимать. Ужасно. Ты что не цепляешься? Да погоди ты. Куда ты падаешь? Блин, должно на С, на F, на И и В. А тут неудобно вообще ничего. Я им должно цепляться на Е, чтобы было человеку удобно. Не на Д цепляться, вы представляете, что за хуйня. Все, давай. Наконец-то. Типа потом пробел нажимаешь. Ты кто такой? Ладно, забрал. Это что, свет? Ап, это вот это все. Да, это пробел. Погоди, а как отпустить-то? Что, тоже на ап или что? Попробую на ап. На Д тоже. Ага, ну надо раскачаться тогда. Ну,
это сложно. Я потому что... Я хочу нажать на C, и я очень сильно привык к этому. И теперь вообще всегда путаюсь. С детства я привык. Ну да, с детства. С детства я вот нажимал на вот эти кнопки, где там на стрелочки вот эти. Вы же знаете эти стрелочки? Вон их. Так, это раз. Где... А, я на А нажимаю. Погоди, все, давай. Ну, а что делать-то? Ну, ты на А перейдёшь. Ходить на С я хочу. Пускать на Е, ну что? Ну, ну. Я изменяю управление, хочу его изменить. Что это за фигня? Куда ты? Направление. А как его изменить? Что это за хренотень? Вообще это не управление. Захват объекта Е. А можно другое? Погоди, стрелять. На Д. Да на Е должно быть стрелять. Почему на Д-то? На Е стрелять. Прыгать. Лазить вниз. Лазить вниз. Это на вот эту. Тогда. Лазить вверх. Вот. Это вот такая. Идти влево это, ну вот на эту бы чего. Почему у вас такое хреновое управление? Погоди, нет, это не надо, это вот на эту. Так, идти вправо. Погоди, давай. Надо. Захват. Захват объекта. Ап. Почему ап? Я не знаю, что такое ап. Захват объекта А будет. F. Прикрепить. Анта. Ну, давайте анта ставим. Перезапустить. Это. Идти бежать, да, shift. Все, захват. Это что такое вообще? Я не знаю, что. Захват. Давайте вот это. Все, управление сейчас удобно очень будет. Все, вот это вот. Это другое дело, это вам не тут это все. Так, это на АЕ просто нажимаем. Чуваки. Или на А. Это на А. На А, это удобнее. А на какую? Лазить вверх, так. Прыгать, теперь стрелять. Е. А, захват на Ю. Отлично. Да почему ты не захватываешь тут? На Е же должно вроде быть. Во. А, возможно, может туда залезть надо. Вообще пиздец, как удобно все. Ты куда? Ты же залезай, ты куда? Я не понимаю, как тут есть. Я не понимаю. Чего? Чего? Чем такое? Я залез. Я не понимаю, я же раскачиваюсь, почему не цепляется. Я попробую еще сильнее разбежаться. А, ты лезешь, что ли? Я понял. Короче, главное не нажимать. Все. Ты чё? Берегись ты. Раз, так раз, так раз, вот так вот. Еще. Чего ты что? Сложно. Где? Где? Где мотался? Нежно. Left. Что?
купить. Я попробую создать мост из пряжи. Анта. Анта это вот... Давайте не Анта сделаем. Управление, погоди. Вот оно, Анта. А давайте сделаем Т, например. Пример Т. Кстати, мост из пряжи. С. Откачать как вот рогатки. Жесть. Ага. Это чтобы залезть. Обратно. И давай сюда. Ну, прыгай. Ага, не прыгает. Понял. Яблоки. А тут дерево мешает. Ложите. Поднимитесь наверх. Ага. Так это через это дерево как бы перескочить надо еще. Удержите S. Я не понял. Можно выписать крутиться, но не надо. Где уже отталкивается моста из пряжи? Я понял. Сковоречник. Я не понял. Вот так. Да зачем? Все, давай. Раз, сделай и все. Наконец-то. Опа. Опа. Все. Молодец. Удерживайте Е. Ага, я понял. Эй, откуда? Зачем ты это делаешь-то вообще? И как забраться? Угу. Один раз сделай и все. Больше-то не надо. Фух. Это что? Ага. Спейк. Я понял. Тут давай аккуратно, а то она разбиться может. Все. Что дальше делать? Видите крутящийся свет? Это означает, что вы начнете здесь, если выйдете
вернитесь на этот уровень. Это сохранение. Надо выйти и вернуться на этот уровень. Что? Это означает, что вы начнете здесь. Если выйдете и вернетесь на. И вернетесь на этот уровень. А, ну да, понял. Это сохранение. Походу. Что делать дальше? Странно. Ну ладно. Давай пока что сюда пойдем. Вода. Жесть, о! Так меня же затопит сейчас. Давай. Ага. А, чтобы я проплыл. Короче. Это фонтан какой-то. Это что, для поливки растений? Я не знаю. Возможно. Да. Ты сейчас потонешь. Не надо тонуть, потонешь все. Потонул, чувак. На яблоке надо было. Ну да. Я чтобы схватить предметы, зачем? Ну. Не выдерживает. Ну серьезно. Ой-ой, зато. Куда ты? Стой ты! Погоди, на яблоке плыть, может быть, надо? Я больше не знаю вариантов, что куда. Осторожно. Давай. Ну, серьезно. Аккуратно. Я буду подождать. Осторожно. Подожди. Все надо. Давай за яблоко цепляйся. Но! Я не понял. Может быть, яблоки надо передвинуть. Тут, наверное, нитка какая-то нужна. Возможно. Так надо же яблоки перетащить. А одно далеко не уходит.
Я не понимаю, что надо делать. А надо же нитку сделать какую-то, так, чтобы они пошли. Я не понимаю, куда ее зацепить. Взять предмет. Не понял. Да я на яблоке хочу плыть, а оно дальше все летать. Сложно. И куда там вниз? Аккуратно. Стой. Стой. Я бы куда ты? Давай быстрее! Я что-то не понимаю. Ну, почти, почти. Давай! Ну! Аккуратней! Нет, нет! Последнюю секунду. Не, туда-то даже не думаю. Ага. Запрыгнул! Фух! And... Если вы застряли, удержите угли держим. Для какого он? Ладно, скажите. Фух. Ну ладно. А тут типа застрять все можно. Я понял, опа. Ой. Погоди, возобновить уровень. Так это все заново, что ли? Ну, блин. Ладно, короче, можно на этом заканчивать. Потому что... Не, ну игра прикольная, потому что все заново. Игра, конечно, прикольная. Уровни прикольные, но... вот с яблоком это сложненько. Короче, я думаю, вам ролик понравился. Ладно, вот, всем пока, ребят, соединяйте меня еще раз. Всем пока-пока, всем пока.